моя мечта? Моя мечта, что я буду добиваться, чем что я хотел добиться в моей жизни. И чтобы мои родители гордились со мной, чтобы мои братья гордились со мной, что все исполнилось, что я хотел. Half my life's in books, written pages, live and learn from fools and from sages. You know it's true. All the things come back to you. На планете Элизера все должны играть именно в такой хоккей. Вы видели эту шайбу? Перемотать? Да пожалуйста! В итальянской серии А по футболу для игроков такого типа уже давно придумали четкий термин «фантазиста».
Если вы любите эту игру в первозданном виде, то запомните это имя. Eliezer Sherbatov играет в нашем чемпионате. И чем больше здесь таких игроков, тем круче становятся будни, проводимые нами на трибунах ледовых арен. Бонус попкорну и Коле. Мое сердце в хоккее, и папа, как он сказал, когда он хотел в Канаду приехать из Израиля, он сказал, что он хотел, чтобы я был как номер 10 из Монреаль Канадиенс, чтобы Ги Лафлёр. Он всегда хотел, чтобы я играл в хоккей. Всегда буду биться за имя Щербатова. Я всегда буду стремиться и с братьями, и с семьей, чтобы мы были первые и до конца. Отлично. Теперь постой, мы твой профайл снимем. Сейчас стой, красивенько.